искрен, дорогой ценой. Да, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса Христа. Из рабства греха, где дьявол смеется и держит каждого своего раба за лоха. Я не видел сатану, но я был в его плену. Его невидимые оковы меня сковали и тянули ко дну. Цепи были так тяжелы, что я еле их волок. Я думал, так и должно быть, а это был развод. Он кормил своей похлебкой, рисовал иллюзии. Взамен сковал грехом, как человека сковывает контузия. Выпивка самая крепкая, слова самые пошлые. Курил больше и больше, я обманутую его ложью. Всегда хотел завязать и начать все по-новому. Но каждый раз убеждался, что мне это не под силу. Грех затягивал все глубже, как затягивает трясина. Я не мог идти тогда против воли своего господина. Сатана, скотина, толкнул меня в греховное болото. Нарисовал грех красивым, а на самом деле блевота. Фу, подсунул туфту, по-другому он и не мог. Не знаю, где бы я был сейчас, если бы не помог Бог. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром. Кровь Христа текла с Христа. Это именно та цена, которая была заплачена. Рабства порвались, все весы обломались, сразу одуплились, не на того нарвались. Дьявол хотел уже подумать, что победил, Сына Божьего убил, но не забыл о своем Сыне. Небесный Отец, Иисус воскрес, а дьявол получил зарез. Короче, царство дьявола терпит крушение. Каждый день сотни людей переживают освобождение. Все измученные выходят на свободу, а лохи приходится кусать лишь дьяволу уроду. Его рвет на части, скрипят зубы в пасти. Человек в Иисусе обретает счастье. Для дьявола теперь всегда ненастье. Потеря за потерей, просто полная лажа. Потому что Иисус уничтожил всякое рабство и плен. В моей жизни это произошло. Я искуплен. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Тебя тянет туда, материшься и врешь. Как хочешь, так и живешь. Считаешь это свободой, но счастья никак не найдешь. Я скажу, ты в заключении, тебе нужно освобождение. Ты можешь получить его прямо в это мгновение. Через покаяние и отречение, получив прощение, сразу почувствуешь облегчение. Поверь мне, со мной это было. Я теперь свободен и плюю свободно дьяволу в рыло. Уже не мой господин, как по мне, так он кретин. И если ты грехи оставишь, то поверь, не пожалеешь. Иисус уже заплатил выкуп за тебя. Прими это и тогда скажи со мной эти слова. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса. Я искуплен дорогой ценой, ни золотом, ни серебром, а кровью Иисуса.